До дорожніх тем, але не скільки транспортних, стільки інфраструктурних, ми перейдемо просто зараз. І в нас на черзі наступний гість. У нас в студії Вадим Даніелян, начальник служби автодорог в Луганській області. Вадим, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора, пане Вадиме. Запросили вас сьогодні. Чому? Тому що зовсім обмаль залишається часу до млосної, такої мокрої погоди, коли осінь вже вступить у свої права. І відтак роботи на дорогах мають бути згорнуті. І, в принципі, можна вже підбивати певні підсумки, які дороги зроблені, які зараз завершуються саме по Луганщині. Які ремонти доріг сьогодні? Це така основна тема нашої сьогодні буде розмови. Хочу сказать, что спасибо большое, что пригласили в студию. Хочу сказать, что дорожники делали работы и будут делать, пока будет позволять погода. Это будет и сентябрь, и октябрь, и ноябрь. И пока будет погода позволять, не будет сильных морозов, не будет, значит, у нас дождей, вот, мы будем делать ямочные ремонты на дорогах Луганской области. Что касается дорог, где более масштабные проекты, такие дороги, такая дорога, например, как Р-07, это Старобельск-Сватово, наверное, хочу сказать, знаете о том, что 23 числа начали там работы, поточный средний ремонт, там был проведен тендер, выиграл облавтодор, и они там проводят работы. Хочу сказать, что эта дорога Р-07, Старобельск-Сватово, 175-188 километров. На сегодняшний момент там выделены деньги из госбюджета, а также софинансирование с облбюджета. И на сегодняшний момент работы начаты. Там вот хотел бы, туда выезжали с губернатором. И сегодня мы выезжаем туда на инспектировать работу каждый день. Скажу, что с 23 числа там уложили 3800 тонн асфальтобетона, прошли 2 километра выравнивающим и верхним слоем асфальтобетона, сделали, значит, порядка 3000 метров квадратных ямочного и отфрезеровали, то есть сняли верхнее покрытие, которое будет переработано и уложено в основание порядка 3 километров. Мы думаем по графику, по нашему, который мы утвердили вместе с подрядчиками, а также с губернатором области Юрием Григорьевичем Горбузом, а также Укравтодором, у нас по графику до 1 ноября эту дорогу закончить. Соответственно, у нас был проведен тендер на дорогу Кременно-Торске, это Кременная Красный Лиман. Надеюсь, что в ближайшие дни мы определим участника, победителя, там было 5 участников, и по моим расчетам, а также по расчетам нашей команды, мы думаем, что в течение недели-двух там начнутся работы. Это дорога известная с Красного, с Кременной на Красный Лиман. Там 7,2 километра. Це ось та дорога, коли, скажімо так, здається, у перші дні своєї каденції Юрій Гарбуз, коли тільки не прийшов, він одразу ж казав, що, мовляв, що це таке, що, скажімо, в'їжджаєш до Луганщини, на Луганську землю, Луганську область, і бачиш, яка різниця діаметрально протилежна стосовно якості доріг. Ну, знаєте, дуже важлива оця дорога між Старобільськом і Сватово. Чому? Тому що, нещодавно була інформація щодо Харківської дороги, на Харківщині, там на Куп'янськ дорога, і там, скажімо так, усі, хтось жартував, що, мовляв, це там робиться, не робиться, але це важливий стратегічний напрямок. Чому? Тому що усі, хто їде цією дорогою, що її зробили на Харківщині, вони так чи інакше, це Старобільськ, Сватово, і от до Старобільська була велика проблема. Її встигнете. А от що стосується, чи зможуть встигнути ось цю, на Красний Лиман?
Да, эту дорогу мы тоже сделаем, и даже сомнений нет. До конца года однозначно эту дорогу мы приведем в порядок. И то финансирование, которое выделено под поточный средний ремонт, будет закончено в срок. Там, в принципе, объем работ позволяет закончить и в этом году эту дорогу предоставить возможность нашим жителям Луганщины ездить. Думаю, что наши соседи из Донецкой области увидят, что у нас дорога приведена в порядок, и, соответственно, тоже свою от Красного Лимана дорогу приведут. Приведут в соответствие. Сомнений нет никаких. Мы дорогу по Р-07 Старобельск закончим однозначно, и дорога Кременная, Красный Лиман тоже. У нас еще есть много дорог. Это дороги, которые очень важные, значимые. Это дороги, на которые выделены деньги из областного бюджета. Сейчас проходят процедуры. Вы знаете, сейчас есть процедура через Прозора. Мы сейчас зарегистрировали, то есть мы этим делом занимаемся, грубо говоря. Вот Юрий Григорьевич пришел в начале мая, с этого момента занимаемся. Сейчас сделали проекты, и уже проекты эти зарегистрировали в казначействе. Сейчас идут процедуры, которые позволят объявить тендеры на дороги. Это такие дороги, как Старобельск-Кременная, 375 километра, это по Подгоровке. Это дорога Старобельск-Новоайдар, Н-21, она тоже очень важная. И там и опорные школы, и вообще это как бы участок дороги, который связывает населенные пункты. Это дорога Счастье, Герасимовский поворот, там где Нижний Теплый, но очень сильно разбита, ее надо делать. Это дорога объездная Новопскова, а также это дорога Марковка-Беловодск и Марковка-Меловое. Ну, то есть планы есть, мы сейчас процедуры все проводим, надеемся, что успеем. Ну, встигнути до чого? Встигнути оголосити тендер? Адже бо тут, якщо ну, за обласні гроші ви не оголосите тендер, ну, швидко мається на увазі, то приступити до роботи це вже на весну. Ну, мы надеемся, что мы приступим к работам в этом году. И все, что мы успеем в этом году сделать, мы сделаем. Соответственно, мы будем заключать договора на 2 года. И часть работ, если мы не успеем, часть работ мы сделаем в этом году. Хотя перед нами ставят задачу губернатор очень жестко, чтобы мы успели в этом году. Но если мы не успеваем, мы будем заключать договор на 2 года. И, соответственно, в следующем году, с момента, как только погода позволит приступить к работам, к следующему этапу, то мы будем это делать. Якість. Повернемося до тих стратегічних двох доріг щодо їхньої якості. Оці інспекції вони проходять і ну, багато по країні доріг, котрі ремонтують, а потім буквально там 2-3 місяці і знову ями, знову все, скажімо так, повернеться. Чи скільки, ну от ви, скільки, особисто ви, мається на увазі, не будемо там лабораторії, не будемо певним, ви скільки, ви у живому ефірі, скільки дасте цій дорозі Старобільськ-Сватове? И, соответственно, криминал. Я просто хочу сказать, что когда мы выезжали, представители телевидения снимали слой асфальтобетона, который мы туда ложим, нижний, и мы его специально показывали губернатору и журналистам, чтобы не было вопросов о том, что его там недостаточно. У меня в телефоне есть фотографии, вот после эфира выйдем, я вам покажу. Все, кто в чем-то сомневаются, могут выехать посмотреть. Скажу, что реально, ну, вот я вижу, что ну, дорогу делают качественно. Ну, мои взгляды как профессионала, как человека, который работает в этой отрасли, они, конечно, могут быть авторитетны, но на каждый такой объем работы, где проводится там, поточный средний ремонт, заключен договор с организацией, с дурцентром, которые приезжают, делают вырубки, проверяют качество асфальта, бетона, проверяют толщину самого покрытия, а также проверяют виды работ, которые там делают. Я думаю, что вот мы сколько можно дать, да? Вот, например, сегодня мы были на совещании на Р-07, смотрели, ну, проводили совещание с подрядчиками, с облавтодором, и мы пока разговаривали, проехало 12 фур зерновозов, которые, ну, с прицепами, которые еле-еле-еле
тащились, даже не ехали, тащились по этой дороге. Вот сколько может дорога просуществовать, если будут такие перегрузы? Скажу, что сегодня общественники Старобельска мне позвонили. Я их даже не знаю. Они попросили, вернее, они спросили, что надо сделать для того, чтобы этого не было. И по их заверениям, завтрашнего дня хотят выставить там пост, который будет следить за этими перегрузами. И куда деваться? Куда поедут эти вантажевки? Вантажевки должны ездить четко. Вот, если им положено ехать 21 тонна или по дороге... И в определенное время суток. И, да, ну, сейчас, когда сейчас нет жары, можно. Они могут... Ну, если температура выше 27 градусов, то они должны ехать только вечером, да, скажем так. А все, что касается перегрузов, госзначения дороги 30 тонн, дороги, ну, другие дороги 20 тонн. Все. Других у нас есть звонок от наших телезрителей или радиослушателей. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните и задавайте свой вопрос? Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Звоню вот вашему собеседнику, хочу задать вопрос. Да, пожалуйста. Вот не помню, как уже называется дорога, Р, М или Н. Вот дорога Старобельск-Новоайдар. Но, мне кажется, ее уже надо обозначать пунктиром, как полевая эта дорога для танков, чтобы там ездить. С марта месяца я слушаю Даниляна, они все время уже месяцев пять определяли сначала приоритеты, затем согласовывали, подписывали, назначали, сейчас будут определять тендера. Короче, я, может, прослушал, может, он уже говорил за эту дорогу что-нибудь. А, хотелось бы узнать сроки ремонта. И желание такое. Если вы говорите о дорогах, сделайте карту какую-нибудь, и крупным планом там или пальцем, или указкой показывай, чтобы люди видели, какой участок, где там, на какой дороге могут ремонтировать или будут ремонтировать. Спасибо. Дякуємо, Анатолію, дякуємо за побажання. Все зробимо, зробимо і карту, і буквально покажемо її завтра. Сьогодні, ну, скажімо так, завтра спеціально для вас ваше побажання ми врахуємо. Пане Вадиме, що спасибо большое, спасибо за дзвінок. Ну, к сожалению, дуже хотілося б швидко робити, но быстро слова сказываются, да, медленно дело делается. Ну, так получается. Дорога это Старобельск-Новоайдар, эта дорога называется Н-21, я о ней говорил. У нас раз, два, три, четыре участка дороги, это 11-13 километры, 21-23, 26-27 километр и 30-33,5 километры. Они стоят, на эти участки выделены деньги из областного бюджета, и мы эту дорогу будем делать. Что касается карты, она у нас есть на сайте, можете посмотреть. Мы пока не были выделены деньги, мы не обозначали, но в принципе карта интерактивная есть, где проводятся ремонты, мы это обозначаем, поэтому если, ну, этого не хватает, можете обратиться в службу автодорог, мы все объясним, подскажем. Говорили о планах и называли вы определенные районы и участки дорог. Не услышала, может быть, и я пропустила. Новопсковский район где-нибудь в приоритетах есть? Есть, это объездная Новопскова. Очень получается, там 2,5 километра. Это дорога С-131-020, она тоже есть. И хочу сказать, что сейчас там есть... Дорога с другой стороны, получается, это мы говорим о дороге объездной, на которую выделены деньги из областного бюджета. А еще дорога, сейчас я вам между скажу, Новопсковским и Марковским. Это Т-13-07, которая идет от Марковки до Новопскова, и она выходит на дорогу Т-13-02 на Заедаровку. Вот там сейчас проводят работы Новопсковский райавтодор, полностью дорогу. Я вам скажу, что там, ну, не знаю, может, лет... 10 никто туда не обращал внимания. Сейчас, знаем, да. сейчас там делают дорогу представители райавтодора Новопсковского. А щодо, ну, от, скажімо так, я все одно повернусь до гарантії, інспектування, років і, ну, скажімо так, таких моментів. А хто відповідатиме, якщо дорога, ну, не прослужить? Подрядчики. В договоре это все описывается, они берут на себя обязательства, если дорога не выдерживает срок, который они... То есть дорога не выдерживает тех сроков, которые они заявляют, они за свой счет это переделают.
У нас есть звонок от наших телезрителей или радиослушателей. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните и задавайте свой вопрос. Добрый вечер, студия. Меня зовут Александр, я из села Бахмутовка, это Новодарский район. Я по такому вопросу. У нас до войны не делала здесь дорога, трасса, которая идет по нижним селам, это ПРТ Новайдар, Счастье. И в данный момент добили зерновозами, как Башко Гость сказал, танками, БТРами и все. И никто делает, скоро перевозчики вообще откажутся людей возить. А у нас же переференцы по этой дороге едут, и местные жители, и на работу, и с работы все. И никто ничего не думает. Заходяченко был мэр района, обещал. Другой обещал, третий, одни обещания делать никто не хочет и не будет. Дякуємо за вашу позицію. Я так понимаю, это дорога через Співаковку на Бахмутовку. Вот эта дорога, которая идет нижняя. Уже... Счастье, трасса, вот. Райгородка, Бахмутовка и пошло. Да, нижняя трасса, нижняя, нижняя. По нижней трассе. Там у нас договоренность с главой районного совета со Зверевым Германом Ридовичем, а также с главой РАДЭШ администрации, что мы на условиях софинансирования договорились эту дорогу привести в порядок. Насколько я понимаю, будет сессия вот в ближайшее время в Новоайдарском совете. Они готовы выделить деньги. И они сейчас прислали письмо в службу, чтобы мы подтвердили, сколько мы можем денег за счет эксплуатации вложить в эту дорогу. Если у нас все получится, то мы вполне в этом... Возможно, что в этом да, году тоже... Вполне возможно, что мы в этом году дорогу приведем в порядок. Дякуємо вам за те, що прийшли у нас до студії. Дякуємо глядачам, радіослухачам за увагу. Дякуємо за те, що котре у чергове підіймаємо цю одвічну тему, тему доріг і ремонтів доріг тут на Луганщині.